Друзья, сегодня такое будет небольшое видео, посвященное обзору электропроигрывателя Artur 003. Выпускался данный проигрыватель с 80 по 82 год. Где-то в 82 году его сменила новая, так сказать, модель Artur 004. Но, если честно сказать, они между собой ничем не отличались. Единственная, может быть, разница, это то, что на ранних версиях Artura 003 ставил польский стол проигрывателя G600. А где-то, наверное, начиная с 81 года, стали ставить стол G602. Собственно говоря, этот стол и перекочевал на 004 Artur. Оснащен был... Давайте я, наверное, попробую крышку снять, чтобы хоть что-то видно было. Что смотреть с крышкой, это, наверное, неинтересно. Так. Вот он перед вами, Artur 003, проигрыватель высшего класса, один из первых в нашей стране. Ну, все вы, конечно, знаете Artur 006, но это уже была следующая модель после 004. А это, вот, так сказать, родоначальник этой серии 003. Ну, как я сказал, он выпускался с 80 по 82 год. На ранних моделях ставилось электропроигрывающее устройство польской фирмы Unitra G600. А потом его заменили на G602. Собственно говоря, здесь вот оно такое и установлено. Это проигрыватель конца 81 года. Ну, давайте, наверное, я его возьму поближе. Так сказать, пробежимся по основным его органам управления, посмотрим на переднюю панель, на заднюю панель. Ну и, наверное, на этом остановимся, потому что хотел я вам продемонстрировать его работу, но, к сожалению, в данный момент он не исправен. Если его включить, то скорость ИПУ не регулируется, и, собственно говоря, звука как такового нету. Точнее, он есть, но очень тихий. Но это, видать, высохшие электролиты и так далее. Так что, наверное, в продолжении будет видео по его ремонту. Но это уже будет, так сказать, отдельное видео. Итак, давайте посмотрим основные органы его управления. Ну, давайте немножко я расскажу о его параметрах. Значит, усилитель выдавал максимальную мощность 35 Вт на канал. В сумме это было 70. Номинальная выходная мощность, если смотреть по паспорту, у него 25 Вт. Диапазон воспроизводимых частот проигрывателем составлял от 40 до 20 тысяч Гц. Имелись входы, поскольку он оснащен встроенным усилителем, то, соответственно, имеет входы для подключения внешнего магнитофона для воспроизведения звука. Там два входа. Один 200 мВ, а другой 25 мВ. Но это в зависимости от того, какой сигнал, так сказать, выдавал то устройство, которое к нему можно было подключить. Кроме этого, значит, есть выход для записи на внешний магнитофон, выход на наушники, два выхода на колонки, имею в виду два, не в смысле два левый и правый, а на две пары колонок. Здесь у него есть такая коммутация, возможность переключать, выбирать разные акустические системы. То есть комплект акустических систем левого-правого канала 1 и левого-правого канала 2. Минимальное, так сказать, сопротивление акустических систем, которые к нему можно подключать, составляет 4 Ома. Если подключите что-то меньше, то будут срабатывать индикаторы перегрузки и сработает защита. Вот. Ну, давайте посмотрим его поближе. Посмотрим переднюю панель, так сказать, его заднюю панель. И основные органы управления. Ну, вот смотрите, что у нас, так сказать, на передней панели расположено. Выход на головные телефоны, на наушники. Вот он. Все входы-выходы закрываются вот такими вот колпачками, заглушками, чтобы туда всякая пыль не летела. Это выход на
магнитофон, для того, чтобы вы могли сделать запись с ЭПУ. Вход 1, вход 2 и микрофонный вход. То есть при желании в то время уже можно было подключить микрофон. Обычные 5-штырьковые диновские разъемы здесь используются. То есть могли подключить микрофон и, так сказать, спеть караоке, если это вам было нужно в то время. Значит, вход 1 имеет чувствительность 200 мВ, вход 2 25 мВ. Так, давайте теперь перейдем к задней стенке данного аппарата. Ну, как я и говорил, на задней стенке у нас выход на две пары акустических систем. Выход на первую пару, левый-правый канал. Выход на вторую, левый-правый канал. Имеется, значит, сетевой шнур питания вот здесь. Он несъемный, без всяких разъемов. Имеется предохранитель на 220 вольт и переключатель напряжения сети. 220, 110, 127. Что еще сказать? Цена аппарата на момент продажи, а как я сказал, это 82-й год, точнее конец 81-го, составляла 520 рублей 00 копеек. Ну, это логотип БРЗ, знак качества СССР. А, что еще сказать? Значит, здесь есть регулировка усилия для пети, для левой и правой отдельно. Делается это этими двумя винтами. Это сделано для того, что когда вы крышку откинули, так сказать, и пользуетесь проигрывателем, чтобы она под собственным весом не опускалась обратно. Ну, теперь давайте к органу управления перейдем. Итак, вот перед вами верхняя панель проигрывателя. Что у нас здесь есть? Кнопка включения питания, она же выключение. При нее нажатии загорается вот этот индикатор сеть. И зажигается лампочка стробоскопа. По ней вы можете выставить точную частоту вращения проигрывателя. Кроме этого, с левой стороны размещены выключатель автостопа. По окончании, когда пластинка подходит к концу, он автоматически, так сказать, поднимет звукосниматель. Возврата на исходное положение у него нету. Также есть кнопка стопа, останавливает электропроигрыватель пуска, которая приводит в движение диск. И выбор скорости 33-45. Кроме этого, унитровский стол G602, как видите, даже надпись есть, G602 Hi-Fi, имеет микролифт. Когда вы включили проигрыватель на воспроизведение, значит, диск он начал вращаться, аккуратненько вот эту вот клавишу микролифта тянете на себя, в этом случае она фиксируется, и звукосниматель плавно опускается на пластинку. Есть регулировка, которая позволяет выставить правильный вес на игле. Есть анкатинг, это позволяет компенсировать центробежную силу во время проигрывания пластинки. Ну, теперь перейдем, так сказать, к усилителю. Есть два индикатора выходной мощности. Они стрелочные, левого и правого канала. Кроме этого, есть индикаторы перегрузки левого и правого канала. То есть, когда у вас мощность либо очень большая, либо когда усилитель начинает, бывает такой, за счет обратной положительной связи начинает возбуждаться, когда колонки у вас неправильно расположены. И чтоб усилитель не сгорел и не перешел. Вот эти вот индикаторы, так сказать, показывают, что надо либо уменьшить количество низких частот, тем самым снизив обратную связь, так сказать, акустическую, либо уменьшить общий уровень громкости. Кроме этого, здесь, значит, расположена клавиша баланса. В нижнем положении у вас максимально воспроизводится правый канал, в верхнем левый канал, и в среднем положении должно быть, так сказать, уровень одинаковый. Это ручка громкости, которая выставляет громкость обоих каналов. С правой стороны размещены следующие кнопки. В
включение головных телефонов. В этом случае у вас сигнал уже не идет на акустические системы, а работает выход только на наушники. Вот эти две кнопки выбирают, позволяют выбрать акустические системы либо комплект 1, либо комплект 2. Чем это удобно? Многие любят тестировать акустику с одним и тем же, так сказать, источником аудиосигнала. Вот это именно переборка позволяет вам быстро производить коммутацию и сравнить, как звучат акустические системы 1 и акустические системы 2. Дальше. Кнопка стерео. При нажатии на нее проигрыватель начинает воспроизводить стереосигнал. В отжатом состоянии, если у вас монопластинка, то будет сигнал моно одинаковый на два канала. Это у нас фильтр средних частот. Позволяет, так сказать, настроить звук для меломана, который слушает музыку, для комфортного, так сказать, ее прослушивания. Это кнопка общего ослабления сигнала на выходе. Ну, знаете, как были такие, как на ВЭФовских и на мелодиях писали интим. Вот это вот такого плана. Она просто ослабляет общую выходную мощность на акустических системах. Также есть фильтр низких частот. Это когда у вас, например, при проигрывании пластинки сильный рокот, либо положительная связь, которая у вас в колонке расположена недалеко от аппарата, соответственно, это передается сюда, немножко начинается такой вредный возбуд. Нажав эту кнопку, вы можете низкие частоты отфильтровать. Это значит кнопка фильтра высоких частот, а это кнопочка тон компенсации. При нажатии на нее у вас задираются как низкие, так и высокие частоты. Ну, в принципе, это вот довольно-таки полезная функция. Например, мне в свое время она очень нравилась. Я просто не очень люблю средние частоты. У них такой сухой звук получается. И при проигрывании всякой попсы вот эту кнопочку можно нажать, и звук сразу улучшится. Кроме этого, внизу расположен коммутатор входов. Это значит вход внешнего микрофона. Вход внешнего источника сигнала, как я помните, это 25 мВ, вход 2. Вход звукоснимателя. Значит, для чего она нужна? При работе, при проигрывании, так сказать, пластинок, вот эта кнопка всегда должна быть нажата. В этом случае сигнал поступает на усилитель со звукоснимателя. Дальше. Вход 1. Это вход для подачи сигнала с внешнего магнитофона. В этом случае Актур 003 работает в режиме усилителя и усиливает сигнал. Эта кнопочка для подачи, для вывода сигнала на вход магнитофона для записи. И кнопочка контроля акустических систем. Ну вот такой вот он 003 Актур. Так сказать, предвестник 006 и 004. Если честно, 005 я не видел, может быть, он и существовал, но как-то странно меня это прошло. Ну и смотрите вторую часть. Вторая часть будет посвящена непосредственно, так сказать, проведению профилактики, приведению его в рабочее состояние. Ну и тогда, когда он заработает, мы тогда, наверное, его включим и послушаем, как он звучит. Звучит он и неплохо, и нехорошо. Используется здесь головка МФ-100, польский стол G602, который ставился на многую, так сказать, советскую технику времен СССР, в том числе и на Вегу 110, 112, ну и так далее. Было их много-много и разных. В то время, так сказать, мы дружили с Польшей, она нам поставляла столы, мы за это ей, конечно, платили. Ну и, собственно говоря, для тех времен стол был неплох, так сказать, сам этот проигрыватель тоже. И мы наслаждались качественной музыкой. Привод здесь пасиковый. А, давайте я, наверное, покажу. Забыл я снять вот этот резиновый мат. Диск вот такой вот увесистый. Имеет вот здесь вот следы фрезерования. То есть его, так сказать, балансировали на заводе. Привод ременной передачи здесь. Вот он.
резиновый, так сказать, пасик. Поэтому со временем его приходится менять, потому что он растягивается. Вот. Ну, теперь можно его, наверное, закрыть. Наверное, килограмм полтора весит. А, еще вот это вот переходник для 45-ок, так называемый. Для пластинок с большим диаметром в середине, которые использовались в Америке, в том числе на автоматизированных проигрывателях. Попадали они к нам не часто, но были. Обычно это вот такие вот пластиночки на 45 оборотов небольшого, так сказать, диаметра. Ну а на этом все. Смотрите, так сказать, продолжение эпопеи приведения в порядок данного проигрывателя. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Если будет какая-то заинтересованность с вашей стороны, пишите. Буду рад ответить на все ваши вопросы. Ну а на этом все. До новых встреч и увидимся на нашем канале. До свидания, друзья!